Всем привет! Сегодня 31 декабря. Новый год скоро совсем будет. Мы приехали на площадь и сейчас снимали для вас поздравления на Новый год. Немножко искупались в шампанском. Сильно я. Да. И хотим еще раз поднять этот бокал, даже не скажешь, стакан за вас и за нас. Да, и за вообще за всех, чтобы у всех все было хорошо. Мы вот тут гуляем. Подожди, поднять и так и не выпили. Да. Давай. Вкусно, ты знаешь, да, кстати. Да, очень мне понравилось. Да. Зря мы столько вылили на пол. Всем привет! Мы хотим сегодня поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать мира, счастья, добра и всего самого хорошего. Удачи в следующем году. Ай, Диана, я хотела сделать. С Новым годом! У нас почти прямое включение. Давай, Диана, я вся в шампанском. Я не знаю, но я точно вся. Сережечка, тебе тоже. Всех с Новым годом. С Новым годом. Купайтесь шампанском, как я, держи. Ты вообще вся мокрая. А я так чую, что мои волосы склеятся. У нас, кстати, сегодня идет дождь, так что ничего страшного. Я думаю, никто не заметит, что мы мокрые. Еще раз всех с Новым годом. Всего самого хорошего, да? Там дети гуляют с нашими мужьями. Ой, Диан, смотри! Я только сейчас увидела, как прикольно. Лазеры. Класс. Я не пожалела, что мы пришли. Да, но жалко, что у нас идет дождь. Мы, скорее всего, недолго здесь будем находиться. А в прошлый раз тоже был дождь такой же. Да. Мелкий. На Новый год. Да, и точно. Снега у нас не бывает, у нас только дождь. Ну, сегодня 15 градусов, простите, только дождик. Ну, это да. Вот что-то сейчас взорвется. А, не страшно. Давай допивай и выкинем. Ой, мама, слушай, вот так дети, и как бы там дальше. Столько взрывают. А у нас во дворе там ужас, что творится. Ой, вообще. Арчи сегодня разорвался, бедный. Соседи там все взрывали, а он бедный лает. Ой, Диан, я не жалею, что мы сегодня опять приехали сюда. Я так устала с этой готовкой с утра, что уже просто нету сил. А погулять и выпить стаканчик шампанского никому не помешает. Я когда здесь пила, я вообще здесь никогда не пила. Я тоже никогда не пила. Ну, на площади. Мы сюда идем, а они там, может быть, уже не... А я не знаю даже, где наш. Умоляю, смотри, входа нет даже для просмотра. А у нас не угасает надежда попасть на каток с детьми, но там опять такая же очередь. На каток мы сегодня снова не попадем, потому что там очень большая очередь. Нет смысла ждать. Майк, в следующий раз, честно. Придем, когда уже меньше людей будет. Сегодня новогодняя ночь, из-за этого столько людей. Бомбочками везде так пахнет, взрывают везде. Что? Бомбочки? Хорошо, возьмем. Еще раз всех с Новым годом! А мы уже собираемся домой, потому что дождь, правда, сильно идет, уже все намокли. Да. Почти 8 часов вечера, и мы только приехали домой. Мальчики сейчас бомбочки взрывали, да? Да. Я такая довольная, мы поехали на рынок, купили бомбочки, купили салют и эти бенгальские огни. Нормально. А сейчас нужно переодеваться и начинать готовить и все убирать. Уже все. Включаем, я как говорю, режим бешеной готовки. Что пошел? Спать. Ты уже поспал сегодня, хватит с тебя. Сережа же у нас проснулся сегодня в 6 утра. 5.
А, в 6 уехал, прилег, да. 5 встал. И поехал на работу. И потом, во сколько ты там, часа в 3 или в 4 приехал, да? 4. Он пришел, покушал, я, говорит, не могу, я хочу спать. А то, что я хочу спать, это никого не интересует, да, Сережа? Что случилось? Раскрепнуться не можешь? И в итоге Сережа где-то полтора часа поспал, пока я тут готовила. Я еще снимаю видео про то, как я накрываю стол, короче. Сегодня жесть. Ну, Сереж, куда ты кладешь куртку? Давай пепси, у нас все в последний момент. Какой пепси тебе? Детям! Ой, Сережа. Я не могу. Отоспись, пожалуйста, налей пепси детям. Пожалуйста. Вот этот стакан тебе. Сейчас загадывайте желание. Это желание обязательно исполнится. Новый год. Потом, Максим, подожди, подождите. Сережечка, мы только сели за стол. Только мы так можем это вообще. Давайте. Серёж, ты сразу хочешь начинать? Да. Я тут сидеть не буду, мне тут неудобно. Да, пойдем помочь. Мама, мне не верится, что это день настал. Уже не с наступающим, уже с Новым годом. 2020 год, а мы только сели за стол. Это, короче, была жесть. Это, Серёж, ну мы успели. Это наша традиция, я тебе так скажу. Ну, обычно мы садимся за 5 минут, но сейчас... Было просто... Мы сели за... Уже Путин речь свою говорил, да. Это вообще... Вот мой стол. Я это все, что готовила, я снимала. Из-за этого мы так задержались. Там, слушай, там что творится. Пойдемте смотреть салюты. Пойдем, мальчики. Сереж, ты без оливье жить не можешь, да? Это дурдом, но я успела. Мне даже не верится. Просто не верится. Я счастлива. У-у-у, круто. Сереж, прикольный. С Новым годом всем! Класс! Слушай, а какой звук? Ой, вот там вот так автоматами стреляет. Что ты держишь? Мало ли там еще какой-нибудь опасный остался. Трассирующие пули. Марика подарок, я так поняла. Там написано Марика, потому что там клавиатура, да? А что там еще? Зонтик тебе, вот смотри. А вот твой. Максим, вот твой подарок, вот. Смотри, Марик, у тебя там конфеты. Ой, что там? Это ледянка. На льду кататься. Зонтик. Что там у тебя такое большое? Рассказывай. Лего? И у тебя Лего? Это супер вообще, Марик. А это что? Это... Слушай, смотри, сколько носков Дед Мороз тебе подарил. А ну-ка показывай. Марик, показывай носки. Это мои новые носки. Да, вот смотри, вот. Круто. Еще, а это что, показывай. Это майка. Прикольная? Да, мне было... А ну-ка, зонтик, папа, помоги нам открыть зонтик. Максим! А ну-ка давай показывай, что тут у тебя. О, военная база. А еще что там есть? Я его буду называть Су-100. Су-100? Да. Еще что в подарке есть? Я чистюсь. Что там еще? Посмотри.
У тебя ж там много всего. Давай, смотри. О, набор доктора. Ура! А это что? Это Марика зонтик. Марик, смотри, какой зонтик. Короче, детям слишком много эмоций, я чувствую. Максюта, и у тебя зонтик, смотри. Опа, он уже доктора тут отрывает. Максим, подожди. Максюк, подожди, смотри, что там у тебя еще? Смотри. Макся, Максим, еще конфеты. А еще что? Смотри, носочки. С глазками. Нравится? А еще смотри. Посмотри, майка какая. С монстром, да? Нравится? А еще? Смотри, какая. Максим, с длинным рукавом. Смотри, круто? Так, ну все, вроде бы с твоими подарками разобрались. Давайте смотреть, что там у Марика. Показывай, Сереж. А у Марика клавиатура механическая, с подсветкой, как он и заказывал, да? Да. Ужас, бардак, все раскидали. Вскрытие идет. Да, подарков. Машинки. Ну да, ты только что увидел, что ли, Максим? Сереж, давай выпьем шампанское, стаканчик, пожалуйста. Почему? Он тоже такой же такой? Вместе будет. Нет, я хочу вот такой. Да тут аптека есть такая. До рук. До одного человека. Сереж, налей шампанское. Я хоть его не люблю, но вот сегодня я точно выпью еще один стакан. Вот честное слово. Потому что я в таком напряжении была. Сереж, а ты что свои подарки не смотришь? А у меня есть подарки? Конечно, вон пакет стоит такой, чисто сиротский, и ждет, когда же его возьмут. Дед Мороз мне принес. Чего там, показывай. Маме принес. Тоже не переживай, потом покажу. Нет, надо вот так показывать. О! Нравится? Да. Ну, этикетку-то убери, так не видно. Это был мой. Дальше. Следующий. Ой, тут доктор у нас О, Максим. Крутышка. Это почти такая же, но она с длинным рукавом. Ну, надпись идентичная. Но не одинаковая. Не одинаковая. Да. И мой самый любимый цвет. Диана мне говорила, не бери. Ой, ну, а дети-то не слышат. Не бери, не бери. Но Дед Мороз решил взять тебе такое. А нет, вот так. Да? Нам звонит. Так, кто-то звонит нам. А почему не 85? А где? Это не мой телефон, не знаю чей. А мой подарок, да, это все вот эти вот тарелки, которые у нас сегодня на столе. Это все я сама себе выбрала, сама себе купила. Ну, как сама себе? Сережечка мне подарил, короче говоря. Я довольна. Ужас, ужас. Сейчас надо убирать все. Скоро к нам Витя с Дианой приедут. У нас столько много подарков. Открывать это давай мы завтра откроем, пожалуйста. Давай. Я вас подарил. Это завтра, пожалуйста, Максюк. Давай мой. Давай твой, он поменьше. Да, он поменьше. Я не знаю, правда, когда мы это... У меня поменьше. Слушайте, давайте кондёр выключим. Жарко, мне кажется. Сейчас мы разберемся со всеми подарками. Давайте сначала мусор весь уберем. Давай. За 200 минут и 7. Давай. И вот Питер говорил с соседями. Какой Путин говорил, куранты начали, видимо, сели. Сели. Нравится? Да. Дай я довольна, что всем все нравится. Ну, это был сумасшедший. Алло, всем годом, всем счастьем, здоровья, счастья. Ажиотаж прошел. Дети хотят, чтобы мы им собирали все лего. Но они не понимают, что это займет очень много времени. Да? Да.
Давай выпьем шампанское. Я не знаю, чем мы дальше будем продолжать. Я знаю, там Диана принесет с дьюти-фри кое-что, что мы покупали. Но пока я хочу выпить шампанское. Я просто хочу честно расслабиться. Я сегодня вымоталась. Вот действительно я вымоталась. Я даже на новогодний стол забыла сразу положить этот салат грибной. И только когда залезла в холодильник, я его увидела. Я говорю, Сережа, я забыла. Ну что? Давайте. Левой рукой я нехорошо. Ну, ладно. С Новым годом. С Новым годом. Самое главное здоровье. Это самое главное, что есть. А остальное все приложится, правильно? Главное здоровье, правильно. Да. А все остальное наживное. Все будет хорошо. Здоровье не купить ни за какие деньги. Это да. Ну, еще хочу пожелать благополучия в новом году, любви, всего самого хорошего, да? Чтобы у людей мечты сбывались. Да. Все нормально. Да. Слушай, такой вкусный шампанское. Ничего себе, Сереж, ты даешь. Он доктор, говорит. А ты что очки наоборот одел, доктор? Доктор, вот доктор. Так, да. У нас жара. Кондер выключен, окна открыты, потому что это весь день мы готовили. Что, падают? Да. Вот так. Мистер доктор, а что вы лечите? Машинку. Машинку? А, ты доктор Машинкова? Писать, чтобы эти как бы... Так, надо звонить Вике с Дианой, когда они там придут к нам. Как? Приедут, вон тралик же проезжал, да. Что? Опять одеть нужно? Да. Сереж, помоги ему, мне одной рукой неудобно. Давай. А, надел? Марик, что ты там... А. Да сердце стукает. Давайте все собирать будем, а? Нет. Это знаешь что? Мы когда-нибудь поедем, где снег есть. И вот так буду кататься. И будем кататься, Новый да. Года. Ну, WhatsApp для чего есть? Ах, сегодня первое число. А я деньги не положила. Не хватает скорости. Блин, я даже позвонить никому не могу. Кто это? Диана мелкая. Алло. С Новым годом, Диана. Мне даже не верится, что это все прошло, это закончилось. Блин, я уже плачу, короче. 41 минута, а мы до сих пор всем пишем с Новым годом и отвечаем, я съела две креветки. И все. Стол полностью. Что? Ай, ну и оливье в начале. Ну, вау, круто как! Малик, слушай, ну Дед Мороз вообще исполнил все твои желания, да? Как ты и хотел. Клавиатуру, лего и еще что-нибудь, да? И ты хотел лего. Максюта, ты еще хотел щенячий патруль? Да. Супер. Да, скоро придет. Честно, скоро придет. Алиэкспресс чуть-чуть подвел. Да, Сереж? Так не делай. Постоянно не нажимай. Марик, это не игрушка. А я хочу сюда сесть и играть. Куда? Вот сюда? Да, это после... детское кресло для еды. Ну, хочу поиграть. А, мы все кресла заняли. Нет. Давай стул ему принесем какой-нибудь. Или ты ему отдай, да, сейчас что-нибудь сам придумаем. И сейчас я хочу чуть-чуть только убрать здесь, здесь, потому что здесь пусть ужас творится. Только уберу? Что? Да. Не надо, не надо. Сейчас принесем тебе. Сейчас папа отдаст тебе стул, не переживай. Класс-то класс. Что класс? Все подарки крутые? Да. Да? А зонтики? И Лего Сити. И дочь, а я. Да. А кстати, я могу ехать. А вы спать не хотите, мальчики? Нет, я вообще сегодня не буду спать. Да, как это так? Все будем спать. Ну, я не буду, говорит. Сереж, нам еще надо кальян потом попозже сделать, да? Сегодня мы во все тяжкие пустимся. Новый год. На елке были. Что? На елке. Ну, на елке были, я видео снимала. Да. Да. Давайте помогайте мамке все убирать. Сейчас гости придут. Хорошо? Лего оставим. На елке были еще когда вчера. Я очень сильно замерзла. У меня прям голос сел. Горло болит чуть-чуть.
Давай, Максим, убирать будем? Нет. Давай, просто куда-нибудь сложим все. Давай Лего пока оставить возле... Давайте, вот, давайте, собираем куда? Все. Давай, что, на голову? Вот это ты зря все открыл, это я тебе говорю, это все потеряется. Я открываю! Давайте! Первые гости! Кто? Мужчина заходит в дом! Правильно! Все как нужно! С Новым годом! Все мужчины заходят в дом! С Новым годом! С Новым годом! Диана! Ты что, шабан? Ты знаешь, что наш Дед Мороз вам подарил? Зонты? А ну-ка открывай. Лезь с дивана. Дед Мороз подарил, который я не пришел. Зонты! Давай откроем. Мари, я уже раскрыл. Прикольный? Да. А вот это зонтик со свистком. Со свистком. Короче, нам повезло на сегодня, я чувствую. Максим! А у вас что? Вау! С машинками зонтик! Марик! Ладик! Зубные щетки! Ты понимаешь, он видит киндер только! Почему я? Вы потише, пожалуйста! Это я вам все тебе в смотри! Это не хлопушка! Это зубная щетка электрическая! Нет, мы будем взрывать! Нет, смотри, дай я тебе покажу. Вот дай, Максим, это я тебе покажу. Владик, ты тоже Дед Мороз такую принес. Спасибо. Как у Марика. Смотри, это так. А, ты хочешь китер? Да. Конечно, что ребенку больше надо? Я видела, ты что-то серебристое там нам принесла. А то я уже давилась двумя стаканами, бокалами, вернее, шампанского. Знаешь, Диана, я вот принесла тебе шампанское недопитое сладкое. Оно очень со свистком. Смотри, Максим. Марик. Мне тоже оно понравилось. Смотрите. Но я все равно не люблю. Смотрите. Потише. Смотрите, а я думаю, какой ребенок свистит. Смотрите, дети. Смотрите. У вас такие щетки! Крутые! Колгейт! Марик, нравится? Да! Да, Алексей! Это моя, вот он. Да. Все довольны? Да. Все. Будем праздновать Новый год? Да! Кушать что будете? Креветочки мои любимые! Любимые? Это жареные, а это вареные. Мы до сих пор еще ничего не поели. Слушай, ну вообще, у меня все салаты я обратно убрала. Ну, вообще не то. Я же говорила, не стоит столько готовить. Вообще не знаю. Для кого? Травит. Для вас готовила, да. Старалась. А я Диана. Не знаю, для кого. Мы сели. Я не знаю, вот, вот буквально. Это уже что? Слушай, да. Гигантские. Они огромные, да. Это сколько надо есть? Это вот мой подарочек, но... Самый главный подарочек мы с Сережей сделали себе совсем другой. Но об этом вы узнаете где-то... Не будем загадывать, но не скоро. Что? Ну, я не могу на ней играть. Почему? Он как-то вот показывал, что только могут игровые кнопки гореть. Что-то там режимы какие-то, да. Да, тут есть режимы, я не знаю, какие кнопки он нажимал. Вот там, где-то вот чем там. Занимается Сережечка на Новый год. Играет. Витя полдня этим занимался, я тебе так скажу. После работы. Везет людям, а? А у меня уже, мне кажется, икры вот, надулись. Уже подсвечиваются только они. Вот, как-то он сказал. Все, садимся за стол, давайте. Давайте, мы первые, как говорится, да. Давай, с Новым годом вас! Всем так, чтобы все, что хорошее есть, оставалось с того года в этом. Все плохое, что было в том году, чтобы там, в том году. Здоровья, все благ, успехов во всем, с Новым годом. Давайте, с Новым годом, сейчас. Нравится? Да. А мне больше нравится, что у всех У нас здесь уже уголь раскаляется, и мы
собрали все на кальян. Если честно, Диан, сколько мы не курили кальян? Где-то год. Больше, мне кажется. А может когда быть? Мы компьютер? Полтора года уже. В апреле. Тогда я последний раз покупала. Да. Сейчас постараюсь разжечь. Звуки. Спирор. Ты знаешь, что дыхнула, очень вкусно пахнет. Вот вкусно, но... Еще раз дыхни. Сейчас. Ну, почувствую запах. До сих пор салюты взрывают, слышно очень. О, это да. Сейчас еще сильнее попробую. Пока откашляется. Фу. Давай, отдышися. Все, глаза вылезли. Ты знаешь? Пахнет чем-нибудь. Все равно вот этот эльфакер, он вкуснее пахнет. Мне кажется, трубка им тоже пропахла. Какая вот эта? Да. Она пахла изначально клубникой. И Сережа как только пахнет, открыл, фу, говорит, Наташа что-то как клубнику курила, что ли там. Ну, она очень сладко пахла. Я тебе говорю, когда мы с Витей ехали, я держала эту трубку, она очень... Ну, в принципе... Вонюча пахла для меня. Распурено. Все, давай все уберем, чтобы дети ничего не взяли. Естественно, давай, давай. Да. И несем уже туда. Будем кайфовать. Мама, креветку дай. Да. Креветку хочешь? Да, я съем. А давайте спать вы ляжете? Уже поздно. Нет, Новый год. Новый год все можно, да, детям? Только без икры. А икры там нету, да. Как там что-то Марик? А я вот сейчас знаю, что? А там у нас батарейка нет.